Сегодня на 90-м году скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. У него была диагностирована двусторонняя пневмония. Высокопреосвященнейший Варнава родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанской области. В 1976 году стал епископом Чебоксарским и Чувашским. К приезду владыки Варнавы в Чувашии было всего 35 приходов. За его 44-летнее служение из руин были восстановлены 7 монастырей, открыто более 200 приходов, восстановлено Чебоксарское духовное училище, создан православный миссионерский центр. Он уделял особое внимание поддержанию мира и согласия на нашей многонациональной земле. Всех любить, и врагов, и благодетелей. И также и будут вас все любить. Вот такой добрый человек. Ко всем добрым должен быть. И не ошибет, если он будет. Митрополит Варнава удостоен многих высоких наград, в их числе Орден Почета, за заслуги перед Отечеством, за заслуги перед Чувашской Республикой. Он один из лауреатов Государственной премии России в области науки и техники за участие в возрождении исторической части столицы и строительстве дороги к храму. Свои соболезнования в связи с кончиной митрополита выразил в РИО главы республики Олег Николаев. Для нас это очень серьезная утрата. Человек был предан своему делу, находившись в постоянном служении. И, естественно, вот по нашей традиции только можем пожелать, чтобы душа его упокоилась и, как говорится, земля пусть будет в прах.